Большой праздник! День народного единства от Владивостока до Калининграда. Россия отметила один из самых молодых государственных праздников. Президент поблагодарил россиян за особое отношение к стране. Бережное отношение к родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне – это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код. И День народного единства знаменует великую правду – любить свое Отечество, гордиться им и почитать его. Каждый народ приносит миру свой урок, свое уникальное достояние. У России таким бесценным наследием является многовековой опыт мирного проживания людей разных национальностей. Другой такой большой, многоликой страны, как наша, просто нет. Президент вручил госнаграды, в их числе премии за укрепление единства нации. Также Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. В церемонии участвовали представители всех религиозных конфессий и молодежь. Все 85 флагов российских регионов встретились на Красной площади. Флешмоб «Россия – это мы» провело молодежное движение Общероссийского народного фронта. Мы здесь собрались, чтобы показать, что мы все вместе, мы регионы, это одна большая семья, мы едины. Гимн России в Музее Победы исполнили дети разных национальностей. Состоялся праздничный митинг-концерт «Россия объединяет». На сцене политики, звезды кино и телевидения, популярные исполнители. Головы вверх, гордо поднять, за тебя, Родина, мы до конца будем стоять, за тебя, Родина, мы будем петь, будем гулять, за тебя, Родина. Концерты, митинги, шествия прошли по всей стране. Жители Красноярска и Новосибирска водили сибирские хороводы. Праздничное настроение не испортила даже холодная погода. В Крыму главным событием стала выставка национальных блюд. Повара изготовили кулинарную карту полуострова. Меню представляет преподаватель Крымского колледжа общественного питания Инна Никулина. Караимские пирожки – это караимы. Это у нас кубыты – крымские татары. Это курабье – крымские татары. Это у нас, соответственно, пирожки с яблоками – русские. Пахлава – это у нас армяне и крымские татары. Согласно последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, число россиян, уверенных в существовании народного единства в стране, составляет 54%.